Венецианская биеннале – это событие, которого с нетерпением ждут свидетели и любители искусства, так как она считается самой авторитетной и представительной выставкой и акцией в современном искусстве. На выставке, которая продлится до ноября, свои павильоны представляют десятки стран. Азербайджанский павильон находится во дворце Летце 14 века в Кампо Санто-Стефано, одном из самых многолюдных мест города. В этом году павильон представлен под девизом «Орнаменты», и это не случайно, так как азербайджанские орнаменты по праву называют художественным алфавитом нашего народа. Вице-президент фонда Гейдар Алиева Лео Алиева отметила, что рада представлять часть богатой культуры Азербайджана в столь красивом городе, как Венеция. Она подчеркнула, что Азербайджан известен своей богатой культурой и древней историей. Сказала, что этот дух, расположенного на историческом шелковом пути Азербайджана, который всегда являлся мостом между Востоком и Западом, сохраняется и сейчас. Азербайджан всегда являлся домом для множества религий, культур и народов. Сегодня столица Азербайджана Баку превращается в один из самых космополитичных городов мира, от архитектурного произведения Заих Хадид до музея современного искусства, музея ковра и башен огня. Этот синтез Востока и Запада, древности и современности находит достаточное отражение в нашем искусстве. Вы сами станете здесь очевидцами этого, потому что искусство всегда было важной частью нашей культуры. Сейчас в нашей стране, можно сказать, каждый месяц проводятся удивительные мероприятия в области искусства, сказала Лейла Алиева. Куратор выставки Эрви Микаэлов отметил, что в Азербайджане придается большое значение развитию современного искусства и выразил благодарность фонду Гейдара Алиева за поддержку проектов в этой сфере. Азербайджан, который уже в четвертый раз принимает участие в Венецианской биеннале, на нынешней выставке искусства представляет 6 художников: Бутуная Хагвердиев, Фахрия Мамедова, Фарида Расулов, Рашад Эрикперов, Сянан Алискеров и Чингиз. Произведения этих мастеров кисти подпитаны из великолепного орнаментального наследия. Открытые при помощи Венецианской биеннале для широкой зрительской аудитории произведения достаточно широко демонстрируют нашу историю, а также роль орнаментов в нашем наследии и культуре. На этот раз источником вдохновения стали наскальные рисунки в Гобустане, называемом сегодня Древней художественной галереей. Изображения людей и зверей, а также первобытные геометрические узоры на протяжении всей истории, являющиеся важной составной частью азербайджанского изобразительного искусства, вызвали у гостей большой интерес. В орнаментах знаменитых азербайджанских ковров, в рисунках на камнях словно зашифрована многовековая история нашего народа. Совсем несложно увидеть богатство узоров и композиционной красочности азербайджанских национальных орнаментов не только исламские мотивы, но и древние традиции зороастризма. Потому что Азербайджан на протяжении веков играл роль моста между Востоком и Западом, Севером и Югом. Сегодня новое поколение художников применяет современный взгляд на орнаменты и относится к этим узорам как к национальному культурному наследию. В этом смысле ярко проявляется тот факт, что орнаменталистика, олицетворяющая дух азербайджанской истории и культуры, сегодня вдохновляет современных художников на новые творческие изыскания. Они смело сочетают традиционную технику и концептуальную философию искусства и используют новые формы творческого самовыражения. Эстетическое преемство и новаторство идей гармонируют с древними традициями изобразительного искусства. Сегодня изящные орнаментальные композиции обретают в творческих поисках деятелей искусств новый смысл, создают возможность для более глубокого философского понимания исторического и культурного наследия. А подлинное творчество и духовное развитие невозможны без этого. На самом деле, все перечисленные демонстрируют дух, проводимый в 55-й раз биеннале, отличающийся разнообразием. Здесь можно увидеть все типы творческих работ, начиная от скульптур, картины, инсталляции, вплоть до всех других видов современного искусства. Поэтому выставка искусства в азербайджанском павильоне вызвала большой интерес. Об этом свидетельствует и впечатление многочисленных посетителей выставки, что еще раз говорит о развитии азербайджанского искусства. В конце дня был устроен прием от имени первой леди Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.